Дорогие друзья, всем привет! Цветочный магазин «Мои цветы» на Первомайской, 35, подарил Никольскому храму поселка Добренко 300 роз к православному женскому дню, который в третье воскресенье по Пасхе в этом году, 16 мая. Магазин находится в Первомайской, 35, около Центрального Сбербанка. И мы благодарим, что Никольскому храму поселка Добренко вот так это было сделано. Ну а я, Дмитрий Адонин, буду делать ему рекламу, работать на бартер. Всех православных христианок мы поздравляем с наступающим праздником, 16 мая, завтра ждем всех в храм. Как хотите.